Ебало, блядь, закрыли. Только нахуй, блядь. Звезды. Это в голосовом чате два хохла спорят. Так, я так понимаю, там вообще в канале как раз у вас. Ну все, я около. Читеры, реально. Ой, не читеры, я убил его. Как ты меня достал, мразина, ты конченая. Ты что такое? Что вы такое? Это видите? Нет. Добро пожаловать, брат брату, мне написано. Что? Что? Видишь ли, меня называли шарлатаном, жуликом, ничтожеством. Что? Но я чудо. Узри и замри в восхищении. У меня катсцена какая-то. Продавца оружия. О, дратуйте. Здорово, блядь. А ты как здесь оказался? Ну, я зашел. А вот дверь не открывается. Открой, пожалуйста, дверь. Ой, вот, дверь убью. Открыть. Все, эй, ты слышишь, хохоль вообще? Че не спорят-то? Я не знаю, чё? Это смешно. Я они что-то. На хохольском? Нет, это... блин, я не знаю, они что-то друг друга убили, что ли, что-то спорят. А так, а вы где? Нас... А точно он. А, винегрет вижу, да. Да, я у вас. Ты слышишь голосовой чат? Я так понимаю, с ним перешаю, я правильно понимаю? Я не слышу. Я говорю голосовой чат. Не, ну что, долбой, что долбой сразу, блядь, задницу. Ну, бля, что-то у нас проблемы, слышишь? Не, ребят, меня слышно? Нет, блядь, подожди, не. Здорово, у тебя, наверное, отключен чат. А ты хохлов не слышишь, нет? Я слышу. А ты слышишь? Ну, надо отключить чат, ну, не хочу их слышать, нет, больше, они мешать будут. Никто. Чё-то у нас проблем, у нас три звезды, слышишь? А как радио переключать, я забыл? Давай Кирилл заберем. А где Кирилл? Запускай. Колёсико мышки? О, начинается, все. Давай, работаем. Работаем, ребята. Убейте как можно больше игроков из транспортного средства. Слушай, бронированный, сваливаем, он бронированный. Бронированная машина разве? Да, он бронированный. Это же не бронированный, это да бронированный. Я его стреляю по башке, он не умирает. О, я убил уже кого-то. Он бронированный, что... Коля, езжай нужно... нахуй отсюда. Здесь нужно покупать машину бронированную. Он бронированный, как? Коля, блядь. Сука, как? Ты чё а, не радио за рулём-то, нашел. Коля? Так меня убили давно, ты чё, слеп? А, чёрт. Так, что, ребята, а вы где вообще? Я еду на классной тачке, где кого забрать? Кого-нибудь. Я вообще вас... Вау! Ой, я кого-то убил! Мадафака! Я кого-то убил, сейчас заберу его тачку. Конечно, я вот сюда залетел, и все, я застрял. Меня профит. Убили. Меня убили. Сука, да ладно! Слушай, Клаудбай превратил ваш туршлакольчик в чертурак, что ли? Зачем ты меня-то убил? Фраги набил. Сраная машина, вы серьезно, что ли? Ну чё, начинать-то будем или нет? Да. Ты готов? Подожди, нет, подожди, я убью сейчас одного, я готов буду. Я потому что сейчас уже момент, который я в запись, наверное, включу. Ух ты, ёб ты. Да, ну этот момент был крутой. Хей, нифига я ей вдарил. Блин, а я вас на карте не вижу, к сожалению. Нам давайте сначала все друг друга найдем, блядь. А, все, стойте на месте. Через минуту буду у вас. Но меня тут, блядь, убить стараются. А это Коля опять. Заебал ты, блядь. А, садись, ну. Коля любит убивать. Садись, она не моя. У меня, кстати, нет пушек. Я не могу в нее сесть почему-то. Мне даже не с чего стрелять. Она что, садится на F? А, да, на F. Да. А, это машина друга, только я послал мне в друзьях, извини. Сосай, меня убили. Сосай какой-то, друзья мои. Сосай, ты не сосай. Сосай. Сосай, масай, сосай, а? Лабзай. Чё, как там сосиска на бок, ты говорил уже, да еще? Что? А че? А сосиски на бок? А вот и джуз. Знаете что? Мне надо оружие на самом деле. Ну я вряд ли закончу. Уже поздно, скоро время, настало. Я думаю, вы часа на пол пойдете, я еще не сзади. Я на втором месте. Давайте быстрее, блять. Давайте быстрее. 8 часов мы сосиски меняем. Тан-тан-тан-тан. Миша, я от тебя уехал. Да. Я умер под музыку. Блять. Под музыку он умер. Музыку-то выключи. Нет, в смысле, это сигнал такой смешной, такой с музыкой такой. Убили, я такой, лежу такой. Так, вам тачку бы посерьезнее, вот это нормально вроде. Так, а я как раз подъехал оружиться купить.
Хотя вот денег нихера нет. Мужики, вообще классные тачки. Слушай, Клауд, ты двоих убил, ты. Да осталось тебе 2 минуты играть. Да, мне все равно надо чем-то стрелять, слушай, у меня нет минуты. Оружия. Кулаками в себе. Все, а здесь, что ли, отыгрались, да? А здесь бывает режим такой, где чисто кулачные бои есть вообще. Нихуя себе. Во, хотя бы автомат там, надо купить. Какая вакханалия происходит, вы это видели? Вы? Просто жесть. А взрывайся, только кулачные бои, блядь. Весело будет. Жесть, я купил какую-то раскраску за 42 тысячи. Нахер она мне нужна? Ай, блядь, вы чё по мне стреляете? Да Коля, это я, блядь. Мне же фраги нужны, ты ж понимаешь. На нахуй. Мне нужны фраги. Фраги, фраги, фраги. Ой, блядь. Давайте побыстрее уже. Они бронируют машины, так нечестно. Кирилл, ты где? Я недалеко от тебя, кстати. Все, я не закупился. Ко мне здесь, блядь, один нахуй белорусский, блядь, маньяк. Слава белорусам! Белорусские маньяки, блядь. Ох уж эти белорусские маньяки. На картошке. На картошке едет, блядь. Заместо колеса мешки с картошкой. Что? На ты нахуй! Ты меня здорово расключил. Так, я так понимаю, там вообще в канале как раз у вас. Ну все, я около... Читеры, реально... Ой, не читеры, я убил его. Читер, это просто бронированная машина. Я теперь на бронированной машине, блядь. Коль, подъедь ко мне на такой. Хочу покажу. Давай это... Стой, Миша, я сейчас к тебе сяду и буду стрелять. Вот, остановись. Это я. Сейчас, да это да. Вау! Нифига! Ты меня прям задел. Все, я сажусь. Ты нет, наоборот, садись за руль. Блядь, я случайно. Она закрыта? What the fuck? Блять, а чё я у неё сел? Блять, ну меня опять убили, ну ёбаный. И меня убили, отлично. А как и так? Меня убили. А, он закрыл машину, чтоб никто другой не смог садиться, вот в чём дело. Станет вершино, всё, блять, посос. Ну это самое, оно не весело, потому что все берут бронированные машины, поэтому мне не весело. Ну давайте, встретимся. Это как минимум имбовая херня, потому что у них там, знаешь, крутые блядь, тачки, блядь, крутое оружие. Да. Че, слушай, поехали. Садись, вон, смотри, машину нашел. Поехали, а где Коля-то? Вы получили РП, деньги за участие. Помогите. Сейчас поможем, пистолетом. Где ты? Ты, наверное, со всеми, да, там воюешь? Да все, закончилось. Закончилось уже все. Бля. Они один хер воюют. О, я вижу Мишу. Миша, это забирает, это вы с кем-то. Да. Нам, вон, садись в желтую тачку. Это же не грет, вроде. Сейчас. Да это я, ёпта! Я вынес. Слушай, неплохая такая машина. Прям рон-дон-дон. Там Бентли монитор сзади подъехал. Я не могу в нее сесть, походу. А Бентли это мой друг, кстати. Вау! Ну вот как играть, когда такие, сука, ушлепки сидят и... Ну у них же преимущество во всем этом. Почему? Это что такое? Вы это видите? Нет. Добро пожаловать, брат, у меня написано. Что? Видишь ли, меня называли шарлатаном, жуликом, ничтожеством. Что? Но я чудо. Узри и замри в восхищении. У меня катсцена какая-то. Эй, чувак, ты давно играешь в GTA и не знаешь, как быстро прокачать своего персонажа? Я подскажу тебе, как это сделать. ВКонтакте есть замечательная группа с адекватными ценами и админом. Взрослым Романом, с которым я давно сотрудничаю. И за качество... Я вам ручаюсь, ребят. Репутация группы просто зашкаливает. А если ты делаешь один заказ, то второй получаешь совершенно бесплатно. Представляешь? Совершенно бесплатно. Халява, ребят. Халява. Все, заходим в группу, заказываем себе персонажиков и смотрим ролик. И спроси себя, кто великий крышка. Чего? Ко мне, у меня чувак, вы потом посмотрите у меня на серии. Это... У тебя просто спайсуха, это не катсцена, это спайсуха. Может быть, мне скажут, что я читер? Ты можешь присоединиться ко мне в любое время. Что это? Ёпта. Что это такое? Забери меня отсюда быстрее. Давай, садись. Это вакханалия, на меня пытаются все завалить. Надо Колю, ой, бля, на Кирилла найти, где он? А я не знаю, это у тебя он под... Меня убили, и ко мне с небес спустился чувак в синем одеянии и какую-то дичь втирал. Чего, я не под спайсухой, у меня есть доказательства, я все записывал.
Ребята, напишите в комментариях, what the fuck, что это за херня? Что-то новое я такого не знаю. Слушай, а где ты? У вас такого не было? Мне страшно. Блядь, а что у нас две звезды уже? Да я сначала Кирилла найду. Ну, тебя же на радаре Кирилла отмечать. Ну, я к вам еду, ну, что это было вообще такое? А почему я, наверное, кажется, цены новые какие-то? Ну вот, а почему у вас-то ее не было? Вот этого давай. Бери его. Значит так. Бля. Ты что, не стрелял-то? Я стрелял. Так, я убил одного чувачка. Аргументирование оружия было, понимаешь? Это оружие нормально, не закончилось. Так, а блин, а ты... Оружие закончилось, понимаешь? Надо ждать новую хуйню, да? Новые события. Так, ну стойте на месте, я к вам еду. Ой, а что за мной менты? Менты нам, сука, не кенты! Сосите лапу, пацаны! Поехали оружие. Чё? Оружие поехали купим нормально. Поехали. Да денег нету, какое оружие, вы о чем? Вау, тут прилетаю я! Садитесь. Поехали, поехали, есть машины, поехали. Поехали. Там, правда, какие-то ушлепки, вон там, это типа полиция называется. Сука, они за мной едут. Блядь, и за мной, на. Вау, ну все, а мы ничего не купим, блядь. Пока за нами полиция. Да Коля-то купит. Коля, вынеси в это. Вау. Вынеси пожрать, Коль, попить. Да. Смотрите, он внутри, молите его. Кого? Кто? Внутри этого магазина, там козел, который читер. Валим! Сейчас. Ой, а что, нельзя залететь, побыть, что ли, в магазин? Ну что, серьезно, что ли? А где он, читак-то? Я в магазине. Слушайте, здесь, походу, этого убили. Я убил его? Бля! Слушайте, здесь Вадима убили. Да не Вадима. Я залетел к вам! Я залетел к вам! Я думал, ты супостат, Коля. Ты играешь на джойстике? Нет. А как ты меня убил так быстро? Почему-то у меня тут все пингует, голову. Это так странно выглядит. У меня есть шотган. Господи, здесь стреляют, слушайте, я замурован в этой, как его, блядь, в магазине оружия. Тебя ждет полиция, выходи, с поднятыми, слушай, руками. Здесь проблемы, мы убили, кажется, этого, как его. Точнее, не мы убили, он мертвый валялся. Продавца оружия. Ёб, о, дратути. Здорово, блядь. А ты как здесь оказался? Ну, я зашел. А вот дверь не открывается, открой, пожалуйста, дверь. Ой, вот, дверь открыть. Да, отлично. Руль передал. Ну, все, пока, блядь. Сука. Сейчас тебя вон та залупа почешет. Подожди, вон летит. А, нет, не летит. Я его переехал, по-моему. Наверное. Ты смотри, там истребитель летает. Слушайте, а может, а давайте против друг друга повоюем? Или не надо? Даже не знаю. Хотя за мной вот сейчас один уже какой-то конь, блядь, едет. Пытается меня убить. А он отъехался. А это Коля психопат, что ли? Нет, не это Коля, не Коля. А вау! Вау! Он не по колесам попал, я в него хотя не попал. Быть, хотя, может быть, и Коля тоже конь. Оп! Ломит от вау! О, да вы серьезно, что ли? Варпаща, сука, знаешь, меня окружили тёлка и нигер. Тёлка и нигер? Да, тёлка и нигер. Они хотят мое белое тело. Что? Бренное белое тело. Бренное белое тело, да. Сейчас я ему устрою там. Джанго освобожден. Идите сюда, мрази. Это Коля взлетел только что? Не знаю. Ё-моё. Читак, беса или как он, читер? Здесь истребитель. Слушайте, а давайте истребитель попробуем украсть. А, его только что... Да, сука, горит. Слушайте, а вертолет у кого-нибудь есть? На этом аккаунте, к сожалению, нет. Давай, Коль, давай вертолет и истребитель украдем. Да-да-да, на военную базу полетим. Поехали, вон там есть вертолет тут рядом. Где? Где? Ну, ко мне. Да как ты меня достал, мразина ты конченая. Нам, короче, нужен истребитель, тогда мы всем нафиг уёним здесь. Коль, садись. У меня тачка нормальная. И чё, я его убил, что ли? Смотри, какая тачка классная, садись. Варпач, поехали, где? Да, вы куда поедете? Вы на этот? В аэропорт? Нет, тут до аэропорта там сядем. Там где, смотри, там дети как вам находятся. А, понял. Вертолеты. Да. Короче, друзья, еду. Едем за вертолетом. Нам нужен срочный вертолет для того, чтобы угнать истребитель. Твою мать, здесь какой-то парень бегает очень серьезный, пытается меня убить. Но он меня не догонит, у меня слишком серьезный аппарат. Ты меня не. О, смотрите, там большой самолет летает, видите? Где? Вон, в небе. В лазуре, кстати. Где? Почему он так летает? Ты наверх посмотри.
Причем это читерный Боинг, насколько я помню. Нет, я могу такой вызвать. Да? Да, я могу такой. Такой большой вызвать? А, это еще не самый большой. Давай вызови. Титан, смогу вызвать? Так это не Титан. А, это Титан, да, это Титан. Вызывай давай. Я же звоню, что ты меня таранишь? Я тебя не тараню. Да как вы достали, волосатые копы? Поехали. Я еду в аэропорт, если что. Блять, а, он мне стреляет, кто-то. Подожди, а в том месте, в том месте что, нету, что ли, вертолетов? Кто, Коля? Он какой-то зверюга за мной ездит. Как его забанить, блять, в жизни? Зверюга. Или здорово. Надо батюшку вызвать, чтобы это, осветил его. Оп. Бля, меня взъемели, Коль, меня взъемели опять.